Кто тянет нас с собой на дно? Кто в школе слабое звено? Кому не интересно в школе? Давайте выясним на поле. Внимание, внимание, уважаемые любители футбола! Мы начинаем наш репортаж об уникальном событии в истории этой игры. Сегодня состоится интереснейший матч. Такого вы не видели никогда. Команда учеников, которые не нравятся взрослым, против команды учителей, которые не нравятся детям. Вот это команда учеников. Хватит ли у них сил на борьбу с соперником более высокого класса? Как покажет себя в экстремальной ситуации отличник по ботанике и двоечник по физкультуре? И как проявит себя капитан команды учеников Вовочка? Посмотрим. А вот и противники учеников. Да, редкий учитель выдержит это напряжение, когда все решается вот так. Глаза, что называется, в глаза. Итак, кто окажется сегодня сильнее? Да, все покажет игра, а всю игру покажет наш телеканал. Дорогие зрители, оставайтесь с нами. Давайте вместе выясним, кто нам не нравится больше. Такие учителя или такие ученики? Арбитр сегодняшней встречи в представлении не нуждается. Это всем известный заслуженный директор школы. Может быть, именно от него, не меньше, чем от команд, зависит судьба матча. Может быть, именно в его руках надежда одних и приговор другим. А впрочем, не надо лишних слов. Пора начинать. Так, внимание. Игра началась, свисток прозвучал, мяч в игру вводит команда учеников. Они не спешат обострять игру. Медленная перепасовка в своей зоне. Да, если они и дальше будут так играть. Но смотрите, смотрите, Вовочка у самых ворот соперника, он просит пас, но партнеры его не замечают. Неожиданно мяч перехватывает учитель истории. Вот кто всегда на острие атак. Она готова обострить ситуацию там, где, казалось бы, нет никаких шансов на успех. Постоянно рвется вперед, в гущу событий, туда, где требуется моментально сориентироваться и нанести решающий удар. Это настоящая гроза авторитетов. История, которая не забывается. Несмотря на то, что каждый день у нее новая история на старый лад. Ученики применяют жесткий прессинг и перехватывают мяч. Но учителя истории подстраховывает преподаватель по ОБЖ. Он играет в центре поля, настоящий плеймейкер команды. Чередует массированную осаду со взрывными атаками и контратаками. Когда наблюдаешь за его игрой, порой невозможно определить, какой момент он выберет для удара. Да, отставной прапорщик, друзья-подрывник, подрывается буквально на пустом месте. И вот с мячом снова ученики. Кажется, у них налаживается взаимодействие. Они уже гораздо лучше понимают друг друга. По-моему, вот этого они не учли. В обороне играет завуч. Завуч школы. Еще никому из учеников не удавалось пробиться через ее плотную оборону. Благодаря неординарным способностям и природной смекалке она читает игру на несколько ходов вперед. Смотрите, это игра рукой. Куда смотрит судья? Это штрафной, да. По-моему, судья сейчас объявит завучу предупреждение. Или удалит с поля. Нет, нет, друзья, свисток молчит, подыгрывая заучу. Игра продолжается. Снова острая атака учеников. Вот, вот, удар по воротам, только чудо спасает ворота команды учителей. Мяч отражает крестовина, вот это момент. Свисток.
свисток, закончился первый тайм. Команды уходят, уходят на перерыв. Давайте отдохнем и мы. А наш репортаж продолжим после рекламной паузы. Итак, Гиппократ выделял 4 основных темперамента человека. Сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Репортаж об историческом матче. Ученики против учителей. Счет после первого тайма 0-0.
начинается атаками учителей. Мяч у учителя математики. Вот кто обладает уникальной техникой, друзья. Вот кто способен поставить перед противником неразрешимую задачу. Вот от кого можно ждать неординарного решения. В его исполнении алгебра и начало анализа выглядят как абракадабра и конец всему. Однако в самый решающий момент, вместо того, чтобы нанести удар, может неожиданно отпасовать товарищу по команде. Что решит судья? Учитель литературы лежит на газоне, лежит под общий аплодисмент учеников. Да, такие игроки на дороге не валяются каждый день. Ученики обязательно понесут строгое наказание. Пенальти! Пенальти бьют учителя. Внимание! Разбег! Удар! Гол! Гол! 1-0, друзья! Я поздравляю всех болельщиков команды учителей. Учителя торжествуют, а в это время передает финальный свисток. Матч закончен, дорогие друзья. Со счетом 1-0 победила команда учителей. Кто к нам с мячом придет, тот от мяча и погибнет, говорит учитель истории. Ну, и кто вам не понравился больше? А мне понравилось, что наша школа совсем не такая. Вот так. Если вы гуляли в шапке, и она у вас пропала, не волнуйтесь, дома маме можно что-нибудь наврать. Но старайтесь врать красиво, чтобы, глядя восхищенно, затаив дыхание, мама долго слушала вранье. Если вы наврали про потерянную шапку, что ее в бою неладном отобрал ваш шпион, постарайтесь, чтобы мама не ходила возмущаться в анославную лазретку, там ее не так поймут. Меня зовут Катя Закаурцева. Мне 4 года. Ничего на свете лучше нету, чем родить друзьям по белу свету. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Я Катя Тарасевич, мой город Красноярск. Пришла сюда на конкурс порадовать всех вас. Я девочка простая, мой город Красноярск. И? Я Катя Тарасевич, мой город Красноярск. Пришла сюда на конкурс порадовать всех вас. Я девочка простая, мой город Красноярск. Пришла сюда на конкурс порадовать всех вас. Я девочка простая. Танцую чунга-чангу и песенки пою. Еще учу английский. I love you. Вас люблю. Ребята, сообщаю вам долгожданную новость. 26 апреля «Волшебный микрофон» собирает друзей в театре музыкальной комедии. Приходи и ты. Снова в эфире он. Мой волшебный микрофон.